Здравствуйте, уважаемые телезрители! Телеканал «Видное ТВ» продолжает свою работу в прямом эфире. И сегодня у нас в студии заместитель Видноцкого городского прокурора Рассадкин Олег, Дмитрий Олегович. Добрый вечер! Здравствуйте! Дмитрий Олегович, спасибо за то, что пришли к нам в студию. И напоминаю, хочу сказать нашим телезрителям, 30 минут эфира мы хотели бы посвятить общению заместителя Видновского городского прокурора. Ну и хотелось бы сказать, чтобы вы тоже подключались к нашему разговору. Телефоны вы видите на своих экранах, поэтому звоните, если у вас будут вопросы. Мы с удовольствием их зададим сегодня в прямом эфире. Дмитрий Олегович, вы совсем недавно, да, работаете в нашей Видновской городской прокуратуре. Давайте с вами немножко познакомимся и нашим телезрителям, я думаю, тоже это будет интересно. Ну, как недавно. Работаю уже практически чуть более полутора лет в данной должности. Ранее работал в прокуратуре области, до этого работал в Следственном комитете, следователем прокуратуры в городе Москве. Как правило, большую часть времени именно работал следователем прокуратуры там, города Москвы, начиная от районного звена и заканчивая звеном там на уровне городского. Угу. Вот. Потом перешел на работу именно в прокуратуру области, отработал 3 года в аппарате прокуратуры области. И вот уже чуть более, как я уже сказал, полутора лет занимаю должность заместителя Видновского городского прокурора. Вот. На меня, в частности, прокурором возложена обязанность по надзору за на данный момент за поддержанием обвинения в суде, государственного обвинения в суде по тем уголовным делам, которые направляются органами внутренних дел, органами Следственного комитета. Вот. Пока вот так. Понятно. Вот такой работой вы занимаетесь. Наше телевидение, хотя, наверное, вообще любое телевидение, не только телеканал «Видное ТВ», он, естественно, работает на своих телезрителей, да, для тех людей, на кого хотелось бы обращать внимание. Поэтому первая тема, да, такого нашего уже разговора, я хотелось бы поговорить с вами об обращениях граждан. Какие темы чаще всего затрагиваются? С чем к вам приходят люди? Какова тематика обращений граждан, которые приходят в прокуратуру? Ну, обращения граждан – это как раз то, для чего любые государственные органы, скажем так, даже одна из задач важнейших любого государственного органа – это именно реакция на те обращения, которые поступают граждан, потому что, соответственно, государственные органы, они созданы для того, чтобы, прежде всего, организовать и помочь гражданам. Вот, поэтому есть федеральный закон номер 59, который регламентирует как раз порядок обращений граждан в органы федеральной власти и муниципальные, соответственно. У нас есть своя ведомственная инструкция, которая основана на этом законе, которая тоже некоторые моменты освещает. Все эти, сейчас, я думаю, все люди, не будем пересказывать, все у нас нынче подкованные, поэтому могут прекрасно посмотреть это и в правовых каких-то системах электронных, и в интернете. Все эти документы там имеются, поэтому в соответствии с ними мы как раз и работаем с гражданами. Значит, ну а так, любой гражданин в любое время с 9 до 18 часов, соответственно, в будние дни, может прийти в прокуратуру, которая расположена по улице Школьной, дом 85А, оставить свое обращение, либо в прокуратуре Видновской городской и имеется стенд, там на этом стенде расположены основные документы, а также есть график приема сотрудниками Видновской городской прокуратуры граждан. То есть, если, значит, есть желание пообщаться с прокурором, можно прийти, опять же, в любое время, без какой-либо предварительной записи, в порядке живой очереди, пройти на прием к сотруднику прокуратуры, рассказать о своих проблемах, вот, для того, чтобы мы как можно, скажем так, оперативнее приняли меры для решения какой-то вот конкретной проблемы, которая перед гражданином встала. Ну, вы задали вопрос о том, какие в настоящее время большинство обращений, да, поступает. Очень много обращений, которые касаются сферы ЖКХ.
Вот, насколько мне известно, вот, очень много обращений в этой сфере, очень много обращений на какие-то, ну, скажем так, возможно, даже где-то нарушения, возможно, какие-то другие недостатки. Тут очень такое объемное понятие, которое допускают сотрудники органов внутренних дел, где-то там какие-то иные муниципальные службы. То есть прокуратура ведь такой орган, который надзирает за всем, что происходит на веренной прокурору территории. Поэтому и как и муниципальные органы, так и органы, там не органы, там силовые структуры, они все фактически, мы все за всеми этими структурами вкупе обязаны осуществлять надзор за деятельностью их во всех сферах жизни. Поэтому так вот однозначно сказать, что вот эта проблема граждан интересует, а это не интересует, нет, так нельзя, потому что граждане обращаются со всеми проблемами, которые возникают в жизни. Вот, в последнее время участились у нас обращения. Хочется отметить, что там в сфере, там, скажем, вот, похоронного бизнеса тоже вот люди, да, стали обращаться. Раньше я такого не замечал. Вот, вот, наверное, сейчас вот тоже люди смотрят, наверное, телевизор, слушают радио, видят, какие проблемы интересуют и приходят к нам. Тут, наверное, тоже и наша немножечко недоработка, что мы не разъясняем гражданам. Вот, думаю, что почаще надо, наверное, все-таки разъяснять, что в прокуратуру нужно, следует и должно обращаться, потому что мы как раз поставлены для того, чтобы соблюдать законность. Хорошо, Дмитрий Олегович, тогда такой вопрос, ну, мне кажется, самая простая ситуация. Обсчитали в магазине, что тоже идти с этим вопросом в прокуратуру? Нет, ну если обсчитали в магазине, в первую очередь, конечно, нужно обращаться к администрации этого магазина, потому что обсчитал в магазине, соответственно, у вас не директор магазина, да, а тем же федеральным законом установлен порядок. И тот же закон о защите прав потребителей, там установлен конкретный порядок, как вы можете свою претензию предъявить. То есть изначально, конечно, стоит идти куда-то к администратору, там, или кто там директор, кто там осуществляет именно вот, непосредственно общение с гражданами, то есть и предъявить эту претензию ему. И вот о чем хочется сказать. Все-таки претензию по возможности следует, в любую претензию, которая направлена, будь то к государственным органам, или, вот как вы сказали, там, к кассиру магазина, там, или кто он там, менеджер, как они сейчас называются, модно, оформлять именно в письменном виде, потому что любой документ в дальнейшем, он в том числе поможет и нашей работе, и работе органов внутренних дел, если возможно это будет установлено, что это, что это было сделано намеренно. Вот. Если вы не найдете там понимания, соответственно, вы можете обратиться либо в прокуратуру, опять же, либо в органы внутренних дел. Но, опять же, как я уже сказал выше, что есть вот этот федеральный закон порядка рассмотрения обращений граждан Российской Федерации номер 59, где как бы сказано, что значит, ну, изначально любое обращение, да, оно поступает именно в тот орган, на которого непосредственно возложена вот обязанность соблюдать в какой-то сфере законность. То есть, если это совершено правонарушение, преступление, то это полиция. Если где-то там не работает в доме кран, там есть органы там ЖКХ. Да, ну да, то есть ну, жил на, прокуратура осуществляет, да, общий надзор. Вот если какая-то в первую очередь структура, будь то там органы внутренних дел, будь то там муниципальные какие-то службы, будь то там органы государственной власти, там Роспотребнадзор, там Ростехнадзор, не принимают мер по тому обращению, которое поступило туда, в данном случае задача прокуратуры заставить этот орган соблюсти закон и восстановить право, нарушенное право гражданина. Вот это главная задача органов прокуратуры. То есть и в первую очередь мы именно соблюдаем за соблюдением законов, извините за тавтологию, вот, именно со стороны тех органов, которые непосредственно вот, нашей действующей системой законодательной значит, ту или иную деятельность осуществляют. Вот, это вот самое главное.
Понятно. Кстати говоря, сразу пришел звонок от нашего телезрителя именно по теме, которую мы только что затронули. Угу. Виктор Павлович спрашивает. Очень бы хотелось, чтобы наша прокуратура как можно чаще проверяла АЗС, который находится в черте города или в районе. Некачественный бензин и порой не доливают в бак, соответственно. Пожалуйста, угу. Обращаете ли вы на это внимание? Были какие-то такие подобного рода обращения, может быть? Как вот действительно с этим? Вот? Потому что телезрители, ну вообще всех людей, волнуют самые, что не знаешь, такие вот жизненные ситуации. Ну, насколько, вот, как я уже сказал, у меня надзор немножко в другой сфере связан. Но, насколько я знаю, что такие проверки ранее проводились, но как... У нас, опять же, установлено федеральным законодательством, что, скажем так, любое обращение в СМИ, оно подлежит проверке. Uh-huh. То есть в данном случае мы уже в любом случае обязаны провести такую проверку, так как обращение такое поступило uh-huh. в органы СМИ. И поэтому, я думаю, в ближайшее время мы, опять же, включим в дальнейший uh-huh. план какой-то работы. Вот, да, именно вот эту ситуацию, вот, да, конкретную... Раз граждан это волнует, эта проблема, мы обязаны так или иначе этот вопрос решить и принять меры, да, для того, чтобы вот это вот исправить угу. вот это вот да, да. состояние, ну, значит, может быть, человек столкнулся вот с этим. Да, возможно, конечно, да. Никто же не отрицает, что всякое бывает. Что это может быть. Да. Конечно. Дмитрий Олегович, хотелось бы еще поговорить по тем инстанциям, по обращениям граждан. Куда люди обращаются? Да, мы говорим, полиция это может быть какие-то там жилинспекции и так далее, и так далее, и так далее. Вот давайте их, скажем так, перенаправим, может быть, да, вот такое я выберу слово, или, скажем так, укажем верную дорогу, идите, товарищи, в тех или иных конкретных случаях, куда обращаться? Ну, в первую очередь, конечно, любой гражданин, мы не можем его ограничить вправе обратиться в ту или иную, тот же, опять же, возвращаясь к федеральному закону, упомянутому выше, любой гражданин может обратиться в любую инстанцию. То есть нет первоочередности? Ну, как бы она установлена, но она установлена уже должностными инструкциями, и тот же закон говорит о том, что... Как бы любой орган прежде всего обязан принять заявление гражданина. То есть если вы там, приходите, там, ну, вот, что мне ближе, да, так как я все-таки за уголовно-процессуальной uh-huh, сферой uh-huh. надзираю, там, вы можете прийти там, в полицию, например, там, Магадана, да, и подать обращение, обратиться на противоправные действия там, полиции города Видное. Да. И этот полиция Магадана... Как бы потом будет... обратно не случилось, что полиция города Видное отправит вас по пути в Магадан. Полиция Магадана должна принять все меры к тому, чтобы это обращение дошло до полиции города Видное. И здесь, соответственно, должны принять меры. То есть мы не можем отказать ни один орган. Самое главное, это надо запомнить, ни один орган не может отказать вот, в приеме обращения гражданина, если он туда поступает. Uh-huh. Даже если это впрямую не касается его деятельности, да, он обязан принять меры к тому, чтобы переслать это обращение в тот орган, который занимается этой проблемой. Конечно, не надо идти, если у вас там проблема там, с протечкой трубы, да, yeah. не надо идти там, орган, который занимается дорожным хозяйством. Понятно, что то есть, это вот самая пересылка да, этого самого обращения. Ну да, она займет какое-то время, время, да, конечно, и вы сами и у себя ваш вопрос, украдете да, время, конечно. Да. Но в то же время, то есть вы можете там по той проблеме, то есть у нас и на сайте, наверное, администрации существуют те структурные подразделения администрации, которые занимаются той или иной проблемой. И органы там Роспотребнадзора, uh-huh. органы там Стройнадзора, да, Госстройнадзора. Ну, да, да все эти органы, то есть, они же в своем названии уже содержат практически тот перечень да, вопросов, да, да. который подпадает под само название этого надзорного органа. Но в любом случае прокуратура обязана принять заявление любого гражданина и организовать его там, в течение 5 суток, организовать пересылку данного обращения в тот орган, который непосредственно, и как я уже сказал выше, что мы принимаем меры в том случае, если тот орган, который непосредственно в этой, скажем так, в этой области государственным полномочен осуществлять свои функции,
в этом случае мы только принимаем меры в отношении этого органа, угу. заставляем его, скажем так, этот закон соблюсти и просто восстановить права. Мне почему-то всегда казалось, я не знаю, может быть, теперь вы прямо на прямом эфире развенчаете мой, так сказать, мои домыслы о том, что в прокуратуру обращаются, когда уже другие органы, да, куда так вы обращались, уже не решают так вашу проблему, есть, да? Так и есть. Именно этим мы и занимаемся в том числе. Угу. В том числе, как бы... За соблюдением законности, да. Именно органами государственной, муниципальной власти. То есть это как раз первейшая наша задача. Угу. Давайте, давайте обсудим еще одну тему. Поступают вопросы, дорогие друзья. Дождемся своих вопросов, я обязательно их задам. А сейчас давайте поговорим о взаимодействии с силовыми структурами, с органами государственной, муниципальной власти. Как строится работа? Ну и конкретно в Ленинском районе. Конкретно в Ленинском, хорошо. Ну, в первую очередь, прокуратура, не в первую очередь, в одну, скажем так, из задач прокуратуры, прежде всего, входит это задача координации деятельности как правоохранительных, так и органов государственной и муниципальной власти. То есть прокурор обязан координировать действия для решения той или иной, ну, можно сказать, глобальной задачи, которая существует в нашем государстве. То есть начиная там от защиты там прав ребенка, да, и заканчивая борьбой там с терроризмом, с экстремизмом, с различными проявлениями негативными, которые в нашем обществе, к сожалению, существуют. Вот, поэтому прокурор, прежде всего, как я уже сказал, это координатор. То есть проводятся координационные совещания, проводятся на этих совещаниях различные оперативные совещания, на них устанавливается круг проблем, то есть с участием многих органов. То есть туда входит и полиция, и ФСБ, и органы муниципальной власти, вплоть там до то есть, ну, представителей там, и правительства Московской области бывает. Вот, все эти вопросы, они обозначаются, они выявляются, в том числе и на основании того анализа, который делается всеми органами по именно поступившим обращениям граждан. Все эти круг вопросов устанавливается, пытаемся установить те причины, которые вызывают ту или иную проблему, и намечается план работы, который в конечном своем итоге должен быть направлен на пресечение той или иной негативной, скажем так, той или иной проблемы, которая существует в Ленинском, в том числе в Ленинском районе. И хочется отметить, что это не пустая говорильня, что ряд таких действительно мероприятий, они привели в том числе и к, может быть, не всем это будет известно, но к каким-то решению именно каких-то вопросов, в том числе и хочется отметить, в таких, которые сейчас затрагиваются, в том числе и руководством страны, там, и борьба с экстремизмом, и с терроризмом. То есть эти вопросы тоже решаются. А как ведется... И в том числе и в Ленинском районе. Да, как ведется работа, например, службы, ну, она раньше, по-моему, ФСКН называлась, да, по незаконному обороту наркотиков, да, потому что эта тема, к сожалению, она животрепещущая, и поэтому... Вот насколько удается взаимодействовать и с тем же с ФСКН, да, по тем или иным направлениям, по пресечению оборота наркотиков? Хочется сказать, что вот не могу сказать, не знаю, как в других районах, но в Ленинском районе вот, служба ФСКН, которая в настоящий момент в стадии ликвидации, можно так сказать. Ну, она просто входит в состав... В систему органов внутренних дел. Вот. Ну, сама служба, я имею в виду, стадии ликвидации, поэтому хотелось бы отметить, что как руководство данной службы, так и личный состав, они вызывают огромное уважение именно своей позицией, непреклонность, неподкупной позицией вот именно в области борьбы с наркотиками. И это, я думаю, любой гражданин, который когда-либо сталкивался именно с нашей службой, не только Ленинский район, но там и Домодедовский, вот, когда-либо сталкивался с нашей службой, он может сказать, что действительно эти ребята, они свое дело знают и борются с этим вот
злом абсолютным на совесть. И учитывая, что у нас проходит здесь несколько трасс, которые ведут с южного направления. И у нас задерживались, в том числе и при непосредственном участии нашей службы и в прошлом году, и в начале этого года, достаточно крупные партии тяжелых наркотиков. То есть там исчисляется и десятками, сотнями килограммов вот, наркотиков. Задерживались именно при непосредственном участии нашей вот, службы по контролю, по борьбе. Да, да, по незаконному обороту наркотиков. Вечер. Вот, поэтому здесь огромная благодарность тем ребятам, которые, считаясь, как у нас принято говорить, с личным временем, стоят на страже здоровья граждан вот, в этом виде. Тут, как говорится, претензий немного. Да, да. Вот. Ну, как в любой, конечно, структуре и службе. Есть, конечно, свои недостатки, мы их выявляем и как-то вовремя реагируем, но в целом, конечно, хочется сказать огромное спасибо за свою работу. Да, ну, наш телеканал, он является муниципальным, я не могу не задать вопрос, как налажена работа с муниципальными органами власти, да, администрации, там, городских и сельских поселений, насколько вот это вот взаимодействие дает положительный итог общей работе? Ну, тут... Насколько мне... Насколько часто приходится... Я так когда проще задам вопрос. Насколько часто приходится говорить, непосредственно ребята, надзор, вы не правы. Нет, в мой непосредственный надзор не входит именно взаимодействие с органами муниципальной власти. Да. Но насколько вот я знаю из работы коллег, то еженедельно происходят встречи, еженедельно происходит совместный прием прокурора. Там не еженедельно, я не могу сказать сейчас, к сожалению... Вы можете это узнать либо в администрации, да, либо в прокуратуре. Там, когда будет проходить прием, там глава администрации, прокурор совместно принимает граждан. Совместно это происходит в одном из поселений, то есть либо в Видном, либо где-то еще, там, в Развилке, я знаю, там, где-то еще, то есть где, опять же, непосредственно на месте вот такие животрепещущие, вот, которые интересуют. Большинство граждан проблем, они решаются прямо на месте, даются соответствующие распоряжения, соответствующие поручения подчиненным сотрудникам, которые тут же выполняют, ставятся на контроль и непосредственно и прокурором, и главой администрации, и главой нашего района. Вот, поэтому каких-то, насколько я знаю, там мы работаем в одной обойме, делаем одно дело. Наша задача, чтобы наш район в составе, говорит, с Российской Федерации в целом, в Московской области. Он заиграл нас в люди все фактически, как и в администрации, все фактически новые. Вот я полтора года, прокурор там два года работает у нас. У нас фактически состав в большей степени обновился. Мы все люди новые, все пытаемся как бы вот... создать такую ситуацию, конечно, чтобы район заиграл новыми красками, чтобы какие-то проблемы решались, вот, как говорится, сразу и с большей четкостью. Без проволочек. Да, это все понятно, объяснимо. Поступают звонки от наших телезрителей. Я их зачитываю в том виде, в котором они поступили. Почему так долго возбуждаются уголовные дела, особенно по незаконным постройкам и использованию земель? Ну, на самом деле, действительно, одно время была в районе такая проблема, когда, ну, скажем, может быть, недобросовестные, скажем так, да, строители, ну, те же высотки на 600-ках строили и так далее, и так далее. Ну, да. Сейчас пошло такое, не знаю, поветрие, что строят различные торговые офисные центры на территории, которые для этого либо не предназначены, либо не являются там собственными. Надлежащие использования земельных участков. Вот как сложно бороться именно с этими проявлениями? Ну, это действительно очень серьезная тема, потому что, ну, все, наверное, знают жители, которые проживают на территории района, что еще в советское время было... колхозы, и совхозы, вот, те земли, они в свое время были приватизированы, где-то было изменено назначение земли. То есть при возбуждении каждого дела, если устанавливается, что каким-то образом было
незаконно возведено то или иное строение, нам приходится в данном случае, вот, ну, как это можно сказать, опускаться практически при проведении проверки практически на самое дно. То есть, возвращаясь к истокам, то есть это и 70-е, и 80-е годы, то есть, и когда создавались различные там и приусадебные там вот эти вот хозяйства, садовые товарищества, конечно. Да, то есть вот вплоть до этих времен и все эти документы не всегда легко обнаружить, и частично они утрачены. Тут уж я не могу сказать, намеренно или не намеренно. Угу. Но такие ситуации, они очень часто происходят. И прокуратура, я могу сказать с гордостью, что Видновская городская прокуратура, она далеко не на последнем, а, наверное, вот, ну, на одном из первых мест по количеству исковых заявлений, которые были направлены в суд по незаконному завладению земельными участками. Вот, в Московской области мы далеко не на последних местах именно по этому показателю. То есть мы выявляем такие факты, обращаемся в судебные органы. Не всегда удачно, как я уже сказал, по ряду вышеозначенных причин, что не всегда просто можем найти по тому же колхоз Владимира Ильича, и по Горького. Документы практически все утрачены. И тут очень сложно отследить ту цепочку, которая привела к тому, что вот на данный момент тот или иной земельный участок принадлежит тому или иному собственнику. То есть не всегда это возможно установить. Вот. А если получается, вы же взаимодействие ведете со службой судебных приставов? Я правильно понимаю? Ну, соответственно, да, если получается то судебное решение, которое мы хотим получить, соответственно, да, здесь судебные приставы уже в интересах государства, они пытаются как бы этот земельный участок уже реализовать то судебное решение, которое в отношении данного земельного участка получено. Вот, опять же, мы собираем материалы, которые направляем в органы внутренних дел, органами внутренних дел. На данный момент ряд уголовных дел возбуждено. Вот. И в прошлом году возбуждено, и в этом году уже возбуждались уголовные дела, в том числе и в отношении, не в отношении, а в том числе по факту там, незаконных действий ряда там, работников, там, структур, которые непосредственно там принимали участие в межевании этих земельных участков. Вот. Также в настоящий момент возбуждено уголовное дело Следственным комитетом, Следственным отделом по городу Видное, Следственного комитета, которое расследуется и достаточно успешно. Вот. Угу. Ну, об этом я пока говорить не могу. Существует, скажем так, государственная тайна. Нет, такое понятие, как тайна следствия. Поэтому все подробности раскрывать здесь не могу. Но работа в этом направлении ведется. Может быть, скажем так, не всегда так интенсивно, как и нам в том числе хотелось бы, но работа идет, и я думаю, вот тот опыт, который мы сейчас нарабатываем в этом направлении, в дальнейшем он как раз поможет нам более эффективно и успешно выявлять такие факты и бороться вот с теми несознательными гражданами, которые такие вот допускают нарушения, совершают преступления в этой сфере. Да, Дмитрий Олегович, еще поступает вопрос. В прошлом году по адресу улица Вокзальная, дом 40, сгорел дом. До сих пор 7 семей скитаются без жилья. Было предложено жилье на Ольгинской, 47, в доме, где нет воды и канализации. Помогите, пожалуйста, Ильина Антонина Андреевна, 80 лет. Как можно было бы, куда обратиться? Может, действительно есть возможность? Конечно, это наша задача в первую очередь. Угу. Вот. Я думаю, мы после эфира тогда, если есть координаты, это гражданки. Да, я попрошу, прямо сейчас обращаюсь, Антонина Андреевна, если есть возможность, прямо сейчас перезвоните по указанным телефонам и оставьте свои координаты, чтобы можно было бы с вами связаться. Да, и мы тогда возьмем оперативно это на контроль, вопрос. Да. И я думаю, мы поможем, потому что это
непосредственно та задача, которая нам поставлена в том числе. Спасибо. К сожалению, время нашего эфира подходит к концу, но не могу не задать еще один такой вопрос. Какие самые первостепенные задачи вот именно сейчас, вот в данный момент стоят перед прокуратурой? Ну, такие задачи, они все обозначены в первую очередь законодателем. Это закон о прокуратуре и другие там законы, которые... Нормативно-правовыми документами закрепленные, да. Существует, конечно, ряд, наверное, все-таки можно выделить те первостепенные задачи, которые сейчас волнуют и общество, я думаю, и нашего президента. Вот, это, естественно, борьба с террористическими, экстремистскими проявлениями в обществе, которые сейчас обострилась в связи с действиями нашего президента, направленными на подавление терроризма, в том числе во всем мире. То есть этому сейчас уделяется очень сильное, очень большое внимание, очень большое значение придается той деятельности, которая ведется на этом направлении. Соответственно, защита детства, соответственно, защита прав предпринимателей, опять же, в пику той, сейчас, скажем так, той линии, которую наш президент выдерживает, то есть очень большое значение сейчас уделяется именно защите предпринимателей. То есть в прокуратуре Видновской организована эта работа. Хочу сказать, что даже вот в прошлом году мы несколько стендов по городу было, что в случае там со стороны предпринимателей, если какие-то идут нарушения их прав, то есть со стороны любого органа, прокуратура открыта к этому, мы готовы помогать, мы готовы взаимодействовать. То есть если вы придете в прокуратуру, у нас есть литература, даже вот при входе там, в холл прокуратуры, там у нас частенько бывает литература, которая может помочь буклеты, где-то. Да, буклеты, конечно, да, мы издаем буклеты. Да. Вот, мы в первую очередь ориентированы, вот, наверное, сейчас, на данный момент, на те задачи, которые поставлены нашим президентом перед, скажем так, всеми органами, в том числе и перед нами. Вот, ну, а так, все, что любые проблемы, они решаемы при должном подходе, должном, как говорится, умении. Я думаю, что вот так вот сразу сказать... У нас для каждого гражданина, наверное, прежде всего, ближе какая-то своя личная проблема. Конечно. Для кого-то ЖКХ, для кого-то там международная ситуация, да, для кого-то ситуация с дорогами, с которыми мы также... Внутри семьи, в конце концов. Да, то есть все эти проблемы, они требуют своего решения, они требуют своего подхода. Поэтому вот, конечно, так сказать, что прям вот это важно, вот это вот не важно. Да, так я так не могу, просто действительно какие-то проблемы, они... влияет полностью на все общество, вот, особенно те, которые я озвучил. Другие, может быть, где-то более там в узком кругу, но все они требуют своего решения, поэтому... Поэтому и дальше будете служить отчизне, веру и правдой. Отчизне, конечно. Спасибо. Напоминаю нашим телезрителям, сегодня у нас в студии был заместитель Видновского городского прокурора Рассадкин Дмитрий Олегович. Огромное вам спасибо за то, что пришли и ответили на многие-многие вопросы. Надеюсь, наша встреча еще не раз состоится. Спасибо за приглашение. Да, в эфире телеканала «Видное ТВ». Всего доброго и спасибо, что все это время были вместе с нами. До свидания. До свидания.